Появление велодорожек напрямую связано с запросами молодежи нашего города. Ведь сегодня для многих велосипед – это не просто средство передвижения, но и образ жизни. Активный, экологичный, экономичный. Сегодня всем горожанам выпала возможность продемонстрировать свое отношение к здоровому образу жизни. Что и делают как взрослые пинчане, так и молодые жители нашего города. Пересаживаются на велосипеды. Городские власти, да и сами горожане, заинтересованы в разгрузке уличного трафика, а велосипедисты в большом количестве нормальных велодорожек. Потому для любителей двухколесного транспорта в городе уже создаются необходимые условия. Реконструкция улицы Брестской стала самым крупным дорожно-строительным и энергоэксплуатационным объектом в Пинске за последние годы. Финансирование ремонта важнейшей транспортной артерии города велось из городского, областного и республиканского бюджетов. Благодаря усилиям строителей переложено 1,5 километра теплосетей. Дорожное покрытие расширилось с 9 до 14,5 метров. Полностью заменено асфальтное покрытие, тротуары. Необходимо отметить, что реконструкция улицы находилась на контроле губернатора Брестской области. Очень востребованной здесь оказалась велосипедная дорожка, которую моментально освоили любители двухколесного транспорта. Все велосипедисты нашего города, у нас есть активные форумы, в которых мы принимаем участие, вот, ждали и очень много дискутировали. Никто не знал, получится ли это, все-таки первый опыт в нашем городе создания такой инфраструктуры. Когда откроется, когда вот ложили первые слои асфальта, скатов не было, съездов мягких. И мы, конечно, думали, что вот на этом велодорожка и может и закончилась. Но наш город нас приятно удивил. Действительно, все сделано, ну, будем говорить, хорошо сделано. Ждем, конечно, велодорожку на Первомайской, на Центральной улице, на Желтовского, да. Вот. Я думаю, что это хороший стимул пересесть с автомобиля на велосипед. А все-таки велосипедисты ведут здоровый образ жизни. Пересаживайтесь на велосипед, и мы сделаем немножко наш город чище. Мне очень нравится ехать на велосипеде с мамой и с папой. И действительно, для велосипедистов дорожка стала отличным подарком, удобным и таким необходимым. Через каждые 10 метров здесь нанесена специальная разметка и установлены знаки, которые сообщают и жителям города, и самим любителям велосипедного движения, где именно начинается движение велосипедистов, в каком направлении можно двигаться. Занижен бордюрный камень. Эти мероприятия позволили визуально обозначить 1,5-километровый участок велосипедной дорожки. Казалось бы, все для удобства и комфорта любителей двухколесного транспорта. Правда, без препятствий. Ехать по велодорожке не всегда удается. В тех местах, где разметка проходит через остановку общественного транспорта, на ней обязательно будут стоять пассажиры в ожидании автобуса. Причем некоторые возмущаются и не желают уступать дорогу велосипедистам. Приходится объезжать, маневрировать между людьми, иногда останавливаться и вести велосипед в руках, чтобы никого не травмировать. Конечно, самая главная проблема – это в культуре пешеходов. Все-таки мы ждали этого момента, мы надеялись, что пешеходы будут нас понимать, что для чего это все создавалось, для кого это все делалось. Действительно, место позволяет и для пешеходов, и для велосипедистов чувствовать себя комфортно. Но, к сожалению, мы видим, почему-то пешеходы нас игнорируют. К культуре пользования велодорожками наших горожан еще нужно приучать. Приучать уважать друг друга и обращать внимание на специальные знаки и разметку, которую многие пока просто игнорируют. Важно помнить, что велосипедисты имеют преимущество при передвижении на этом специально предназначенном элементе – велосипедной дорожке. Наверное, здесь не обойтись без помощи и разъяснительной работы сотрудников ГАИ, которые могли бы вести профилактику через телевидение, радио, газеты. И еще, вот что мне, как и другим велосипедистам, показалось странным. Не успев начаться, велосипедная дорожка заканчивается. Она упирается в остановку общественного транспорта. Странная история и явная недоработка.